Я не помню, я просил меня ни с кем не соединять. Вы не знаете? Наверное, просил. Я не люблю телефон. Да, вы сказали, что говорите с людьми только глаза в глаза. Вы не помните это? Да, все из-за моей болезни. Так серьезно? Потеря памяти. Амнезия? Нет, это совсем другое. Я ничего не запоминаю. Я помню, кто я, все про себя знаю, но после травмы я перестал запоминать события. Все ускользает. Если мы заболтаемся, я забуду, с чего начали. Когда я снова увижу вас, я не вспомню этот разговор и не вспомню, что мы встречались. И если я поведу странно, грубо или еще как-то... Я уже говорил вам это. Да, простите, я не издеваюсь, но это так странно. Вы совсем меня не помните? Нет. Мы уже общались с вами. Не сомневаюсь. Что осталось у вас в памяти? Моя жена.